Привет, друзья, с вами Варчик. Хочу с вами поговорить на такую тему, которая сейчас очень болезненна в рандоме. Это неадекватные бои. Вообще неадекватные. Победить невозможно или просто череда побед. Враги и союзники такие же, как и бои сейчас. Они полностью неадекватны. Выезжают в открытые поля просто всей командой. Не сейвлясь, не глядя ни на что, стреляя куда попало, ни о чем не думая, и умудряются выигрывать, то есть другая команда еще более глупая и творит полный бред. Многие жалуются просто на отсутствие побед. Бои полностью без содержания какой-либо логики или тактик. Давайте с вами поговорим, что это, почему и как с этим быть. Вышел новый патч. Онлайн, конечно же, в игре можно сказать, что он на том же уровне. Хотя, казалось бы, новый патч очень много весит, пока его все скачают. Но онлайн, как на удивление, какой был, такой и остался. Итак, онлайн остался такой же. Вы бы видели, сколько ВГ потратили на рекламу. То есть, очень много, реклама крутится везде. Очень много видео по танкам сейчас попадало в тренды Ютуба и новых людей. Очень много должно быть в игре, но онлайн такой же, как и был. То есть людей пришло новых много. Это либо новые игроки, либо игроки, которые играли очень давно. У них старые аккаунты, но они перестали играть и вернулись посмотреть, что там за World of Tanks 1.0. Играть, соответственно, они не умеют. Что они творят, они не понимают. Вообще просто жесть. Поэтому из-за прироста большого количества новых людей творится полный бред. Так мало того, что еще большой прирост новых людей, так еще и много ушло тех, кто нормально хотя бы старались играть, либо уже играли давно, хоть и плохо, но хоть что-то. Хоть по минимуму они что-то в бою делали. Таким образом получается, что нормальные немножко отошли в сторону. Пришли новые, которые вообще ничего не соображают. Онлайн остался такой же, но он состоит из новичков, которые просто не знают, не понимают. Добавить еще к этому можно то, что и старые игроки, которые играли и остались после патча 1.0 играть дальше, для них тоже получились кое-какие сложности. Во-первых, очень тяжело настроить клиент. Непонятно, то у кого-то что-то лагает, то FPS просел. У некоторых мыло какое-то, баги, шмлаги. Все непонятно, стрельба, прицелы, все криво, косо. Все дергается куда-то там, что-то багов. В настройках даже некоторые галочки одну тыкнешь, другая галочка отвалится. Еще какая-то херь добавится. Какая-то вообще неразбериха. В общем, патч, он все-таки нормальный плюс-минус, но багов там все-таки до хрена. То есть еще, мне кажется, не дотестировали и не доделали. Очень много всяких проблем с рельефами. Выезжаешь, врага видишь, а контура у него нет, потому что скала на сервере намного больше, чем в клиенте. По горизонту, когда ведешь прицел, он часто дергается. Да и старые баги с камерой не поправили. Много чего из старых ошибок не поправили, еще и новых накидали. Большинство киберспортсменов и всяких там топовых стримеров-нагибаторов перешли на стандартную графику, тоже недовольны, и все им в игре не нравится. У всех статистики проседают, скорее всего, как я слышу. В общем, по геймплею плохо всем. Ну или как минимум большинству. Вот из этого мы и получаем неадекватные бои. Некоторые даже говорят, не хотим играть, статка падает. Я думаю, через полмесяца или через месяц общая статистика по серверам на всех танках попросаживается до того значения, более-менее, на какое сейчас все играют, вам будет легче держать статистику. Потом пройдет время, опять все более-менее привыкнут к новой игре, и статка, я думаю, поднимется на какой-нибудь уровень, как было. Вот такие дела. А пока страдаем. С вами был Варчик, играйте красиво, пока.